Расул, кто-то говорит, что деньги хочет, чтобы вопрос закрылся, то все. Я слышал еще, он по спортивному интересу хотел с ним вопрос закрыть, клетки, то все. Лахман не спортсмен, не уступает по боям, не уступал, он просто уличный парень, который там двигался сам, там, тут. И поэтому я хотел стать в середину, это сделать, то, что я получаю. А гонорар, мой гонорар армян, вот живой свидетель, то не маленькие цифры, и оставить всю свой гонорар Расулу, и он также получит гонорар хорошую, и под 20 лямов, да, например, заработает деньги. Пускай остальное закинет там этот Гусейн, который за него вступил и сделал Расул шаг, каких бы у них сейчас не было отношения, пускай как человек, как мужчина, этот Гусейн, как по-человечески тоже закинул. Прикинь, 7 лет, не 7 дней, не 7 месяцев, 7 лет прошло, парень нету на родине, не может полететь к своим родителям. Конец сентября с Расулом по боксу, сейчас вот-вот должны ответить дать, Расул вроде говорят не против. Выйдем, покажем зрелищный красивый бой, чисто на уважение, все.